Обращение к Богу, Взял. У меня там нет списка, сначала по списку, потом... Ну, я вот две поставил. Так, без списка сейчас заказали, вот мы тоже без списка ждем. Кто-то вообще не заказал, да? Давайте мне эти. Ну, они заказывали. Лишний, давайте. Она сказала потом. Они же местные. Мы с вами приехали. Я тоже с напряженной душой приехал. Там следы, там эти вот. Дела с тобой в таком тоже состоянии напряженном. Вроде бы все. Давай, мама, сейчас снова.
Ой, Сев, не надо, положи, а. Ну смотри, на солнце все светло. На солнечный. Не ставь, смотри. Он вроде взял. Взял. А что он перечислил? 250. А он перегибит одна сумма. Сумма какая у тебя? Три банки. Сколько? 500 и 3760. Да. Сейчас цветет, почему вывел темный? Цикорий там цветет. Так, сейчас 5000 мы возьмем. Сейчас еще 250. Так, это мы забираем? Да, вот. Еще запиши. Вот в тенек, вот мы здесь. Четыре еще забирали, сейчас заплатили. Узнает меня. Уже свои мысли. Хорошо, что а барашки, видите, как они берут? Ну, барашки, козлы, они прям разбегаются. Да. Зубами. Вот так вот. Нет, сначала вроде... Прям смотреть страшно, когда разгоняются. Нам научил много. Ты еще по ней хитрый щенок. А, попробуй. Сначала вроде как-то не очень. Не глупее людей иногда, оказывается. По травмам. Ну, выйди обратно. Заведи. Ну, если бы знали, я не знаю. Его лучше спирт, но не 90, а 70. Прям настолько молоко. Еще корик нет. А, я сейчас скажу. Так, но у меня жена вообще лежала. А я думал, сейчас плечи болят, долго не могут. Да, это тоже хорошо, да? Николай Георгиевич, мне не доставили. Как ингаляция. Меда, но я хотел взять. Ну что ты встаешь? Да кому же сейчас? Ну все уже, да. Говорят, можно. Да, он первый, еще останутся. Он еще увидим. Мы еще кончали. 250 рублей еще. Павел, три, пусть берет, но хотел. Нет, еще пока, может, возможность возьмем. А ты запиши список. А, давайте правда. Запишите. Запишите. Не осталось, да? Нет, все, вы давайте запишем. Там другая кошка будет. Давайте. Сейчас. А потом там надо две положки. Ну давайте две. И одна банка меда. Я сначала на лето взял, он стал на холодильник. Холодильник. А мой заказ такой? Начинает текиса. А там, значит, этот отворник, отвариваешь пчелу. А потом это самое, на литр, на 4 чайных ложки, вот это, настой, вот это, прополис, настой. А потом еще, для того, чтобы не портилось, 150 грамм водки, это для... консервации. И вот, и значит, потому что по ложке пьешь три раза, это литр, ну думаю. Да есть у меня и подморы, все.
Я вам прошлый год на экскурсию приезжали тоже, а то, типа, за прошлый год женщины приезжали. Я им все кипом насыпал под ноги. На ужин все. Спасибо Христос вас. Не пиши. Мед-то не забрал. Обратно грузит, что ли? Нет. Шучу. Ну, берем. Мы все здесь вместе живем. Да я ничего, господи. Главное, забрали. Куда вас подобное? Благодарим вас. Семен. Я просто самое. Их никогда не угадаешь. Конечно, напишите, вот, сколько брать будут. Последний момент. Ну вот хорошо, что лишнее немножко. Конечно. Можно было больше взять. А вы когда уезжаете отсюда? 14-го. 14 вечером, 22. 14 это что? Воскресенье. А, так это через неделю, воскресенье. Да. А, воскресенье просто... 22, 52. Они в воскресенье летают. Уезжают уже. Ну а что там заказ-то? Серьезно? 4 литра. Ну, получится это самое. Бензин пожжет. А если, да, вот именно. Далеко объезжать, понимаете, напрямую близко, а сегодня пришлось объезжать, он, да, может быть, посылка отправить, нет, ну, дорого. Может, и посылка, а я вот не помню, сколько стоит. Дорого. Ну, дорого, ну да. Ну, а мне, думаете, бензин жечь время. Я говорю, если такой, нет, так нет. Да. Нет, ну, может, посылка, если посылка, а что дорого, мы мед высылаем, мы в Москву и это самое. Нет, ну, если посылка, тогда... Что-то там мы купили. Нет, транспортная компания. Весит много. Посылкой выгодно, пергут, она не весит. А тут ведь это не по, даже можно. А сколько будет посылка-то стоить? Не посылка, а как он? Бандероли. Она, наверное, еще дешевле. 4 литра пергит, как она стоит. Ну, пол-литра 250, литр 500. Литр 500, 2000 будет. Всего 2000. Ну, посылка, а посылка-то будет. Ну, я не знаю. А куда? Казань. Не знаю, не будет. Ну весит она меньше, чем мед. Я не знаю. И на мотоцикле приехали, но я уже на мотоцикле давно не ездил. До меня и некого. А у вас никого еще нету, кто еще хочет заказать? Имеется в виду вот сейчас, в данный момент. Цыганов вот заказал две банки пергит. И одну банку мне дать, чуже мальчику не досталось. Мне это самое, как так? Да мы бы сейчас. Как что лишнего брали, не стало. Ну, я три сразу брал. Раскромничал. Так а что он пришел? Тут я сказали, никого нету по спискам. Я отдал мужикам, он продал. У меня остался, он не трогал. Ну все, там видно было, записали. И то... Видно будет, если еще сверху. Не знаем. По спискам. Баночку меда и 5 этих. Сергей, да. Итак. Ну, посмотрим сейчас, что там же по времени было, что успели. Я две заказал. Тебе? А может кому-то заказала? Знаете, что мед очень часто подделывают сахар, там здесь чисто с поля. На 100% гарантия. Дорого? Там не в два раза дорожает, но дорого. Сколько пергамент? Я возьму тебе. Да, пергу спрашиваю. Так, ритр. Маленькая банка. Да, пол-литровая. Это пергас. Так, вот у вас 5 баночек. Все, я вам это сейчас онлайн переведу. Так, давайте вот номер этой. Так, хоть и пока не отобрали. Николай, уходи, пока не отобрали. Сейчас, да, говорят, что-то там. Вадим, не уходи сейчас. Подойди, сейчас. Все, все. Только мозги не бери, а то опять как говорю, я не разыщу. Наталья номер, да. Так, эти три банки. Да
такие коробочки. Брат Николай. Что? Не падай, сиди дома. Я падаю. Думала, Марабашу никто не удержал. А я не ходила к нему. Не ходила я. Сиди дома. Зачем сейчас пришел? Покупатель будешь? Зачем? Я немножко лишнего взял. Тем хвалим. Батюшка едет. Услышал запах меда. Вы мои оставили? Геннадий Павлович, мои оставили? Что последний? Пенсионерам без очереди. Так, подожди. Вы что? Пенсионерам без очереди. Как прошел год? Ну вот вчера покачали, позавчера. Ну да, если может быть, немецкий. Так, кто у нас Полтунова? Я вообще так только время вытянула. Так, у меня деньги на телефоне, как можно вам перечислить? Умеете? А нет, мне даже перечислить. Так, сейчас у нас подойдет. Ну, туда подойдет. Да. Все. А если кто-то умеет перечислять? У меня есть 5000. Видите, на все 5000. Я не унесу. Так, Захарович, привезли. Нет, кто Захарович? Кто понимает? Лёд привезли. Вот. Мне тоже тогда перечисляло, мне билеты брали. Сбербанк? Сбербанк, да. Талантливый человек, талантлив во всем. Я одну взял. Ребята прошлый год тут вырезали прямо. На 30 годов. Сотый. Похоже. Видать, соскучил, где мой? Пчелка, пчелка, мёд надо. Вот это верно. Ну, это первое. Конкуренция. Видишь, наличка как хорошо. По старинке. Раз, раз. Скоро закончится. Если есть. Либо Мы же верим.
Здравствуйте. Хотел сказать, кто-то нам сказал, если там на бруске написано, это прошлогоднее, то там может быть написано, ну, лет 5 назад, это я когда рамку новую делаю, ставлю и подписываю, а она же меняется каждый год, в смысле, вот оскарбление выкачано, поэтому потом глаза, то и нас обманули, что на рамке написано, это я когда новая, она же может быть лет 10. Везем спокойно. В Италии 50 килограмм увез. Сразу тени на тачке, как и люди. Один так работает. Я сегодня поехал, почему там уже встал, думал, вдруг завтра кто-то выезжает. А я завтра уезжаю. Ну, те, которые уехали, они 1 литр хотели взять, так что это... 1 литр? Несерьезно. Придется догонять. Да, это... Куда они выехали? На самолете выше летит. Да, не догнать. Несерьезно, которые уехали. Ну, что же? Объясни, брат, как... Знаете... Так, ну как это? 3, 4, 5... Я ел тут же, все, мы так лучше съел, и все. Николай, ты тут стал? Ну вот, привезли медовой воды. Это можно пить. 40 градусов. Спаси Христос, ну там градусы-то есть, небось? Нет. Ну, мы выпьем. Спаси Христос. Так, вот еще а этот, сейчас-то будем брать же. Тут еще народу-то много. Так, вам что? Так, Наталья Геннадьевна, посмотрите, в перевод пришел 1250 от Болтунова. Сейчас мы... Так, не знаю, как вы посмотрите. А я не могу. Спасибо, Анна, хватит еще. Да, может, я да, мне Катюша, ты тыквала. Ну, никак нет, прогрузится. И в нем вообще не понимаю, что я в этом деле. А я тоже. У нас связи нет, мы не пользуемся. Вот дочери перечисляем.
Дочерь. Вот чек. 1250. Я думаю, что веришь. Я всегда, где эти деньги? Где же эти деньги? Вот что сменять. Выпьем здесь, это нам на стол, это вода какая-то водовая. Или как ты здесь будешь выпить? Ты сейчас на столе разобьем здесь. Ну, это концентрат. Нет, наоборот, вовремя. Это концентрат. Просто люди говорят. Какая пропорция, он спросит тогда. А где ну, сам делаешь пропорцию. А она еще с детками. Ну вот и выпил. Ну, что это готово? Да, так взял просто. Да. Спасибо, Христос! Это настоящий мед там, настоящий. Макрова, если вообще-то я куплю. Да. Это мое девичье. Не знаю, это сколько, как написали. Да, это я продавать. Вот как-то лисы девичьи. Так, ладно. Так, Петров. Разлил. Да. Вот баночка пирги и баночка... Я же хотел показать, вот они покушали бы люди, какой мед берут, ел. Где они? А, вот они. Вам. Так, вот стоят, нечего делать. Кто, кушать будет? Вот да, все местные. Мы верим. А почему мы точно знаем? Вот смотрите, видите, какой мед? Это, кажется, светлый. А в банку нальешь, темный. Хочете вот сегодня это самое? Да, от объема. Хочете это самое? Уже удостовериться, из банки можете. Пробник. Ну кто? Бери. Ну, ребятишкам, ну что, мы сегодня на воде это самое. Вот еще одна кому-то. Володь, на, Николай. Вода есть еще? Вода есть, вот банка. Еще банка есть. Две банки, уверен? Нет, нет, стоит. Так, подскажите, у вас сколько лишних? А как хранить? Подождите, сейчас все подходит. Я не... Так, Петров. Да. Ну так давай это, будем разливать, а там... А, вот как раз у меня полторы штуки ага. Есть. Вот, так, вы заказали баночку. А сколько она? Желтая. Да, по банку. А, нет, есть. Так, баночку было... Нет, не вскрыть, а... Так, вот, видишь, такую? Ну, что-то мало ты взял. Так. Тебе можно спирно, если что, подождать? Я тебе большую привез, ты еще маленький заказал, да? Еще? Ты можешь подождать или тоже уезжаешь? А когда вы еще приедете? Я не уезжаю. Ну, на следующей неделе не будет такого? Ну, если надо будет. Если надо будет, объем какой-то наберется. Мы за одной банкой. Она дает ему веселье. Геннадий Павлович, где он? Посмотрите, какие картины пропадают. Мать младенца дали. Спаси Христос. Я им подарок привез. Вот мы когда из-за стола вылазим, Елена Геннадий, вот он самый, о ком я влез. Я вот подарок. Какой подарок? Подарок. А то детишки маленькие. Давайте вас вам ставили покажем. Давайте корму. Корму нету. Сергей еще 6. Нет, нет, нет. Я тут смотри, да поскорее ты. Я засел. Снимайте. Иди скорее. Ручку бери. Вот так не повернёшь. Вот так.
все. А потом снимешь картинку, махнул рукой. Ездра, иди сюда. Ездра пошел. Ездра. Библию собрал Ветхий Завет. Он нас выдал. Мы имели устроили всемирный развод. Сам попробовал? По закону. И главное его поставил главным прокурором всех тех областей завоеванных. А он сам пленник. А как его напали? Нет, просто вот так. Чтобы они снабжали его. Воробьи. Вот она, я понимаю, что с точки зрения Евангелия, с точки зрения... Система закрыта, ничего не сделаем. Тут можно так, на правом идти. Все ложь, все фальш, живые свидетели, дом мой. Все кончилось, берите его и выйдите оттуда. Без назад. 159-я статья, пункт 4. Нацепить они. А раз не можем, значит, не надо это уже. Купил? Слава Богу. Спасибо большое. Спиртговое, понимаете, спиртговое не так просто. Приложение крутится. Она то ездит, то там ничего не делает. Рамку не хочется кушать. Вы что, бубенчик рассказали? Это убить. Что-то брат Сергей гостил чуть-чуть, облизывая ее. Ну нет, там было. Ты отметил? Хорошая фамилия, запоминаться. Ну, там написано на банке 1-300. Объем? Не знаю, объем. Объем, вам по объему. Где тут что-то написано? Литр. Ну, литр. Коробков кто у нас? Коробов, Коробов Валерий, он сейчас придет, сказал. Наверное, за деньгами отложите, пошел. Ему потому что он это не Ващенко, Володя, Володя. Ну я вон где кому-то поставил, никто не говорит. Так, ну давай, Валерий. Так, Ващенко. 2500. А номер можете мне показать? А то у меня дочь есть телефон, а там другой положен. Да нет, дочь. Наталья. Наталья. Да, вот у вас вообще правильно. Это где 2500, да? Так и что, за воду? Нет, за воду не надо. Это концентрат, да? Мне сказали, а то я не знаю. Это с Галя. А ты больше, ты так копирку. Концентрация. Да. Это нынешнее. Не закисло. Вы боитесь, что закисло. Чуть вы знаете, это закислый брал этот галинник. А его как это? Заморозить? Вот нет, нет, лучше как. Это на ваш вкус. Нет, чтобы доехал. Можно развести. Вы хотите доехать до Москвы? Ну, часть выпьем, а часть туда. Ничего, но А вот идет. Ну давай, нельзя отсюда.
уехали, говорите, да? Литр только. Слава Богу. Петрухин. Да, давай, это. Два. Буквально, вот шатки Пергиня. Так, ну почему? Вы заказывали, да? Разве кто-то тут еще заказывал? Николай, ты не написал? Нет, нет, это просил, вроде. Есть, говорит, Пергаев. Не помню, сейчас надо смотреть. Коробков. Где Коробков? Сейчас придет. Переманил. Пошел смотреть, что там. Нет, чуть-чуть. Хотя попробуй просто. Давай попробуй. Вы этот концентрат разводишь. Три банки, три штуки. А еще и вода, как морс. И за рамку 500 и 50 за рамку банки. Так, 4 500. Так, нет, вас кто-то еще просил. У вас же есть. Кто-то еще просил рамку. Рамку не надо, мне Коробов. Нет, 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 пожалуйста. Я лишнюю брал одну. Если вы брали лишнюю, то я заберу просто. Я на кухне вообще возьму. Так, это Коробов, да. Да? Так, давайте. Так, у вас две, это, две этих самых. Чего? Две.